Клесючки мои, мишаньки всякие разные. Всякие разные мишаньки, Славик. Опа, сразу, опа. Опа, опа, со всех селей пошли, полезли. Мои котяточки. Тоже вам виноградника. Ой, Эмка, Эмка, Эмка. Что ты делаешь? Ты что хулиганишь? Ты толстенькая стала, глянь, полиняла. Такая красивенькая. Такая красивенькая, холосенькая Эмочка. Ой, скорее, скорее, скорее опаздываем. Опаздываем на завтрак, на обед. На обед, на завтрак, на ужин, не знаю. Что это, короче, 4 часа у нас. Бонь, здравствуй, мое солнышко. Иди сюда. Давай, заходи, моя девчонка. Мама Лена тебя подсадит. Иди, Боня. Танюшенька. Танюшоночек, на. На, Танечка. Опа. Эмка. Ах ты хулиганка, хулиганка. Эмка хулиганка. На Вите нам, этом, господи, Утриш, привет. Видео, где Витя шкаф лез, одна женщина написала, поназаводят ради своей прихоти. Бедные животные, которые должны жить в дикой природе, скажи, да? Особенно Витю, скажи, слепоглухого, мы должны были в дикую природу выпустить. Славика, например, слепого, мы тоже должны в дикую природу выпустить. Мишку на трех ногах, в принципе, мы тоже должны выпустить, да, Миш? Ты хочешь дикую природу? А что ты за обе щеки сердечки пхаешь? Иди давай в дикую природу. Сходи каким-нибудь людям. Каким-нибудь людям сходи, укради у них курицу, они тебя палками забьют, например. Танюся. Ну, лезь. На, Танечка. Бонечка, которая бывшая домашняя. Ну, она, надеюсь, она и домашняя. Надеюсь, все-таки заберут ее. Тоже в дикую природу. Вот этих, которых мамку в том году в капкане убили, тоже в дикую природу. Всех вас в дикую природу. Ну, скажи, ради своей прихоти уж никого точно не... Ай! Ай! Коза! Леська! Лиланка, блин, не вижу тебя. Хвост твой дурацкий, не вижу. Вот это собачонка кусучая. Блин, Танюша так аккуратно, типа, знаешь, за палец. А это подошла хряб. Ой, Мишка, мясной. Печеночка. Мы с Юлей сегодня бройлеров щипали. И все потрошка нашим золотиночком нашим, да, Славик? Ой, говорит, вкусно очень. И печень вкусная домашняя. Покупную вот печень едят, сердца едят. А печень нет. Вот эта зопа меня кусала. Лана, глянь на хвост. Черненький конец. Ох и Лана. Так, отдай сердечко. Можно Танюше дам? А? Да не подросток уже. Подросток. Мадам, оно очень трудное. Славик трескает. Славик, зюбики мои сладкие. Славик. Бонь, что ты хочешь? Где Танюшенька моя? Где я здесь была? Боня виноградину. Лапы. Ага, ты что, говорит, тут ходишь? Ой, Мишка, гля, по печени ворвался, а? Вот, правильно. Так, Боня, посиди. Нету там Танюш. Нет. Что, моя курица? Нет, она там за диваном. За диваном нету. Значит, с той стороны. О, Ванга идет. Ванга, держи. Мишаня пошел отнять. Вон Танюха выглядывает. И мои шляпки кусали они. Славик лежит на спинке. На подлокотнике и хомячит. Насыпали винограду, сказав, в дырку. Да, мои сладкие. Вот решеныш мой. Привет, милая моя. Кусака моя усатая. Эмка, ну есть я не могу. Ты такая толстенькая стала. Красивенькая. Ой, кто понял жизнь, тот не спесит, да, Славик? Ты чё, Юя? Скажи, сейчас за диван тебя уведу и все скажи. Пока выворачивай карманы, скажи. Бонечка, на. Боня. Эмка вообще красотка. Красотка стала. Где ты, красотка? Иди сюда. Иди сюда, сказала. Иди сюда, сказала. Быстрее ко мне, иди быстрее, моя узница. Ага, сказала. Сейчас. Бегу и бегу и волосики. Ну, правильно, а то Мишаня все стрескает. Ой, Славик, ох и Славик. Ох и Славик этот, а.